Конечно, жаль, что выпускников школ в этом году не будет последних звонков. Но благодаря усилиям управления образования, администрации школ и нашей телекомпании, общегородской последний звонок все же прозвенит. Он пройдет 29 мая в пятницу в 12:00. Уважаемые выпускники, вы можете сделать его еще ярче и эффектнее, если предложите в электронном виде вашим директорам школ по 10 фотографий до четверга 21 мая. И не обязательно официальных, чтобы мы их включили в общую программу. Скоро мы улетим вдаль, словно стайка шаров ввысь. Если грустно тебе, плачь, если радостно, улыбнись. Сколько было пустых слов, обещаний и глупых фраз. До свидания, прости, прощай, скажем, школа в последний раз. Сколько было пустых слов. Итак, запомните, 29 мая в 12:00, в следующую пятницу, на всех интернет-ресурсах нашей телекомпании и в эфире нашего телевидения смотрите «Общегородской последний звонок». 12:00, 29 мая.